Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – священник Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер, дорогие телезрители. Божье благословение да пребудет со всеми нами. Аминь. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я озвучу нашу тему. Наша тема традиционно звучит так: «Ветер радости». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну, мы уже знаем, а телезрители, наверное, еще не все знают ключевую причину, по которой мы вас сегодня здесь у нас в гостях видим. Расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, что уже, начиная с 2019 года, то есть пятый год, я работаю над циклом художественных книг «Ветер радости». «Ветер радости» по-гречески «параклит», «Святой Дух», «Тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь». И моя задача в этом цикле – на примере своей жизни показать людям, как научиться думать о хорошем, когда плохо. Как преодолевать все трудности, приближаясь к Богу? Как не ожесточиться, не раздражиться, не осуждать? И вот, вы знаете, мы некоторое время назад, в 22-м году, показывали на телеканале «Союз» первую книгу «Ветер радости. Городовское приволье. О детстве». Вот эта книга здесь. Суть в том, чтобы преодолеть амнезию детства. У всех людей в детстве очень много светлых воспоминаний, но 95% из них забываются. Вот это называется в нейрофизиологии амнезия детства. Вот эта книга помогает преодолевать амнезию детства. И люди, когда начинают ее читать, они начинают вспоминать все самое лучшее, что было в детстве. А физиология головного мозга устроена таким образом, что она одинаково реагирует на происходящие события и на воспоминания, и даже на сны. Причем доказано было это еще в XIX веке профессором Сеченовым. Так вот, эта книга уже, это третий тираж первой книги. Многие люди ее прочитали, и у них возвращается радость жизни. То есть, когда плохо, надо научиться думать о хорошем. Детство у меня было идеальное. Не у всех людей было такое идеальное детство. Но Федор Михайлович Достоевский говорил: даже если одно светлое воспоминание есть в детстве, оно может спасти человека в трудные моменты жизни. Вторая книга «Ветер радости. Что приносят нам сны?» Это период моего обучения в военно-медицинской академии. Эта книга рассказывает о старейшем лечебном и научном заведении в России, военно-медицинской академии. Это, конечно, не просто автобиография, это автобиографичные фантазии. Вот факты, которые происходят в этой книге, они имели место, но интерпретация их, она литературная, она сказочная, она фантастическая. Если угодно, это сгусток светлой энергии того времени, в котором мы жили. И вот вышла третья книга «Ветер радости. Три дня в лунном свете». Она посвящена роману «Мастер и Маргарита» Михаила Фанасьевича Булгакова. Конечно, сейчас вот многие люди знают, слышали об этой книге о «Мастере и Маргарите». Она включена в школьную программу. И вот совсем недавно вышел фильм, посвященный «Мастеру Маргариту». И возросли в 4 раза продажи книг в книжных магазинах романа «Мастер и Маргарита». И вот в такое удивительное время вышла книга, моя третья «Ветра радости», которую я написал еще в 1978 году, когда учился в академии. А последние 3 года
ушли на переработку этой относительно небольшой книги. Собственно говоря, моя задача была показать светлую мистическую часть романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот совсем недавно вышел фильм, который многие смотрели, и люди спрашивают иногда мое мнение об этом фильме, но мнение у меня следующее. Авторы удалили все светлое, что было в романе, сгустив темные тона и темные краски. Это фильм о некоем царстве мрака, тьмы. Да, конечно, где нет Бога, там появляется Воланд, появляется сатана. Но всегда, где преизобилует грех, преизобилует благодать, там всегда есть Бог. Так вот, в этом фильме Бога не оставили, вообще ему не оставили места. Вот, поэтому особо важна сейчас такая задача показать, что все-таки роман Михаила Фанасьевича Булгакова – это дорога к Богу атеистических поколений, которые проходят через темные подземелья, через метеоритные потоки, но все равно душа человека стремится к Богу. Если угодно, действительно, вот это Евангелие, которое изображено Булгаковым и также сообщается Воландом, оно не соответствует формально нашему Евангелию, но духовная составляющая, светлая часть, благодать Святого Духа Евангелия, через эту книгу все равно передавалась в атеистическое время в сердца и души людей. То есть, на самом деле, вот меня лично эта книга привела к чтению «Мастера и Маргариты», к чтению Евангелия, а изучение Евангелия привело к Богу. Вот эти все три книги, они о времени, когда я еще не был крещен. И также на выходе четвертая книга «Ветер радости. Призрак звезды Полынь». Это подводные лодки, куда я попал после военно-медицинской академии. Это аварии, это безвыходные положения, из которых Господь Бог дает выход. И в конечном счете это моя дорога к крещению. Знаете, вот мне было очень интересно проанализировать события самых главных аварий, которые у меня были. Например, мы столкнулись с другой подводной лодкой в Пасху. Мы чуть не утонули, у нас было пробоина на глубине 120 метров, воздвижение креста. Был взрыв, который мы чудом пережили под покровом Богородицы, в день покрова. И когда я начал анализировать события, которые со мной происходили, оказалось, что все значимые события происходили в Богородичные праздники. Успение, Рождество Богородицы, Казанская Богородица и другие праздники, связанные с Богородицей. Мне было очень интересно увидеть, как меня вел к себе Бог, когда я Бога еще не знал и не понимал. Я надеюсь, эта книга поможет многим людям прийти ко Христу. Батюшка, ну вот если говорить о самой свежей, уже готовой книге, о «Мастере и Маргарите». Я уже ее тоже прочитал, и в ней большой процент цитирования самого романа. И я хотел у вас спросить, как бы вы посоветовали перед чтением вашей книги, стоит ли прочитать роман, или сперва читать вашу книгу, а потом читать роман, или вообще они как бы могут быть прочитаны вне зависимости? Ну, я бы так сказал, что «Три дня в лунном свете», мои именно заметки при чтении романа «Мастера и Маргариты», они не претендуют на какое-то богословское осмысление или же литературоведческое. Это мои заметки. Это те мысли, которые лично у меня возникали при прочтении романа. Собственно говоря, здесь нет никакой полемики. Я показываю ту дорогу, по которой шел лично я. Обилие булгаковских цитат, оно рассчитано на читателя, который плохо знаком с текстом. И все сделано таким образом, что цитаты «Мастера и Маргариты», евангельские цитаты и мои размышления переплетаются. То есть, в принципе, без такого достаточно хорошего знания текста можно читать мою книгу. Если после прочтения этой книги возникнет желание прочитать «Мастера», то можно это сделать. Если не возникнет такого желания, то этого можно не делать. То есть у меня нету задачи привести людей к прочтению этого романа. У меня есть задача показать людям, что Михаил Фанасьевич Булгаков проделал сложнейший
тяжелейший путь к Богу, путь подъемов, путь падений, путь искушений, путь благодати. Время, в которое он жил, было невероятно сложное. Да, в чем-то оно перекликается с нашим. Речь идет об Украине, где вот как бы на днях запретили Булгакова как украинского писателя в Киеве вместе с Сикорским, по сути дела, как бы вот якобы они вот не украинцами стали. Но он жил в то время, и он переживал те события, раскол церквей, новая церковь, старая церковь, автокефальная церковь. Конечно, когда происходят расколы, многие люди уходят от Бога, потому что, ну, как-то вот всегда это время, когда торжествуют бесы. Но несмотря на то, что он, будучи внуком, два деда у него были, у Булгакова, священниками, отец был киевский профессор Киевской духовной академии, он не был священником. Конечно, он вырос в православной семье, но были периоды, когда он отходил от Христа, но в конечном счете к нему неизменно возвращался. И вот очень важно помнить, что как бы далеко человек не уходил от Бога, Бог никогда не уходит от человека, и он всегда ждет, когда блудный сын придет, упадет на колени и скажет: «Прости, отче, прогневал небо и тебя». И подымет Бог с колен человека, обнимет и устроит пир в Царстве Небесном вечности. Батюшка, позвольте, мы звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Я очень рад увидеть отца Георгия, потому что Григория, потому что я был его пациентом 32 года назад. Вот. Слава Богу, все у меня в порядке. Вот. И вопросы хотел задать. Алло. Да, Александр, да, договорите. Да. Я хотел вопросы задать. Значит, один вопрос как психиатру. Вот, какие признаки отличают человека душевного от духовного? Вот. И второй вопрос по Евангелию. Лука, 14 глава, 28 стих. Там говорится о человеке, который хотел построить башню. Вот. И вопрос заключается в том, какой смысл строить эту башню? Вот если можно, пожалуйста. Спасибо большое. Александр, ну я очень рад встрече с вами на телеканале «Союз». Мне очень приятно, что, милостью Божией, вы 32 года не пьете. Вот меня действительно это радует. Прошу обо мне молиться, поминать меня в своих молитвах. То, что касается башни, ну, видите, башня – это, ну, вот, это то, что человек пытается построить на земле в поврежденном мире, город солнца. Башня – это наша... стяжание материальных ценностей на земле. Да, конечно, мы можем собрать ценности на земле. Единственное, успеем ли мы ими воспользоваться. Я бы сказал так, что разница между душевным и духовным человеком, она достаточно незаметна, потому что любой человек душевный, который, ну вот скажем так, больше сориентирован на видимый мир, он в любой момент может стать духовным, когда для него важнее станет мир невидимый, и когда навигация его души будет направлена на вечность. Равно как и человек духовный, идущий ко Христу, в любой момент может превратиться в человека душевного и удариться вот в строительство башни на этой земле. Ведь на самом деле, когда апостолы спросили Христа, ну что главное в духовной жизни? Он ответил им очень странно и непонятно. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам». Они были простые галилейские рыбаки. Им было непонятно, где именно искать Царство Божие. Возможно, это какой-то город или гора или пещера. И тогда Христос сказал еще более непонятную вещь. Не придет Царство Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там, ибо Царство Божие внутри нас есть. Царство Божие – это когда мы живем у Христа за пазухой в этом мире. А происходит это тогда, когда навигация нашей души направлена на Царство Небесное, на вечность.
Главная разница между человеком духовным и душевным в том, что для духовного человека самое главное направление – вечность. И если навигатор души направлен на вечную жизнь, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Ведь зачем мы ходим в храм? Мы чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. И когда человек причащается тело крови Христа, священник ему говорит: «Во оставление грехов и в жизнь вечную». Вот когда для человека главным в этой жизни является вечность, это духовный человек. Когда главным для человека становится башня, то это человек душевный, так получается. И грань эта очень тонкая, она постоянно переходит, она зыбкая, она невидимая. В общем, ветер радости, он помогает встретиться со своим духовным «я» в глубинах собственной души. Царство Божие внутри нас есть. Вот сирийские мистики 5-8 веков, они говорили: в нашей глубине души есть такое место, где в своей молитве мы растворяемся в Боге. Я бы сказал, это место, когда мы уходим от всех штормов моря житейского. Вот когда на море начинается шторм, корабли уходят в тихие гавани, а подводная лодка опускается в глубину. И после 100 метров ее практически не качает. Вот когда мы оказываемся в эпицентре бури, то мы погружаемся в светлые глубины своей души. И там мы всегда встречаемся со Христом. Вот это и есть духовный человек. Я вспоминаю такую историю, когда однажды, раньше, когда было возможно, я часто бывал на фоне, у меня мой там, значит, ученик по духовной академии, монах Василий, он строит келью патриарха Матфея, который жил на фоне. Он от монастыря Куклумуш. Она немножко повыше находится, кельи преподобного Паисия Святогорца. И раньше, когда я приезжал, он меня встречал и возил по Афону, по всем монастырям. И вот однажды мы были на северо-восточной оконечности острова, в том месте, где гора резко обрывается в глубину. И там глубина уходит на километр. И яма эта не очень большая, а вокруг 30-40 метров. И когда начинаются штормовые ветра, там возникают водовороты и засасывают в глубину корабли. И везде на скалах были остатки пещер, где когда-то жили схимники. И я спросил отца Василия: а сейчас нету схимников? Он говорит: нет, сейчас практически никого не благословляют, потому что психика современного человека не выдерживает вот такого одиночного нахождения в камере. И вот в момент нашего разговора я стоял, когда на этом обрыве из одной такой вот пещерки вышел монах. Увидел нас и как-то скрылся, и сразу потом появляется, воду, соки принес, начал нас угощать. Я спрашиваю: это кто? Это, говорит, монах Василий. Вот. И он посмотрел на меня, и как он грек, и говорит, смотрит на восток и говорит: вот я в этой келье 33 года нахожусь. И время, оно исчезло для меня. Для меня важно направление, вектор движения, навигация. И улыбается. Смотрит и улыбается. Я потом, когда вернулся в храм, я нашим прихожанам говорил, они спрашивают: а как навигацию восстановить? Я говорю: надо какие-то такие ориентиры вам понятные. Но вот вы меня помните и знаете всегда, поэтому вот вы представляете меня, а я буду представлять монаха Иосифа. А у него навигация прямо куда надо направлена. То есть я увидел реального человека, который 33 года отсидел, находился в этой келье, где Афанасий Афонский, основоположник, вот в этом месте, монашеской жизни на Афоне, едва выдержал 6 месяцев. И он уже уходил с Афона, когда ему явилась Богородица и сказал: это мой дом. И в этом месте была создана лавра Афанасия Афонского. Ну вот это место, оно там совсем рядом находится,
с лаврой. Батюшка, позвольте, мы еще звонок примем. Да, конечно. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните? Здравствуйте, алло. Видимо, к сожалению, звонок у нас сорвался. Батюшка, а можно вас снова вернуть вот к теме книги? Я когда прочитал, то у меня такая появилась мысль, что мои дочки, когда подрастут и когда захотят прочитать роман «Мастер и Маргарита», то я им дам оригинал сразу вместе с вашей книгой, чтобы они читали и сразу же правильно настраивали себя на восприятие романа. Но вот как вы считаете, какая ваша целевая аудитория, для кого в первую очередь вы эту книгу написали? И вопрос такой сразу же, стоит ли читать тем, кому роман не нравится? Ну, вообще, с художественной литературой, я считаю, надо читать то, что возвышает и вдохновляет. Потому что главная задача художественной литературы – возвышать и вдохновлять. Если человек чувствует сомнение, неуверенность, напряжение, то читать не надо такие книги. Неважно, как они называются. А дело в том, что в духовной жизни то, что спасительно для одного, может быть губительно для другого. Я бы сказал так, что целевая аудитория этой книги мне не очень даже понятна, потому что то, с чем я столкнулся, она оказалась гораздо шире, вот, чем я предполагал. То есть я все-таки книгу эту писал для людей, которые любят Булгакова, которым интересуются, которые читали. И вдруг я столкнулся, что люди, которые его не читали и плохо знают, вот эту книгу они читают запоем, без остановки. Книга небольшая, она довольно быстро прочитывается. И самое главное, что после этого у человека наступает некое вдохновление. Вот, говорит, я прочитал, иду и улыбаюсь по улице, как дурак, по сути дела. И что это такое? Вероятно, ветер радости, который наполняет душу человека. А очень многие люди, прочитав Булгакова, увидели темную сторону. О романе много было сказано темных слов. Я, собственно говоря, с этим не дебатирую и не являюсь адвокатом Булгакова. Он не нуждается в адвокате. Это самый загадочный роман 20-го столетия. Он гениальный писатель. Я считаю, что он преодолел все рифы и водовороты этого мира и соединился со Христом. По крайней мере, когда он уже заканчивал роман, на черновиках рукописи было написано «Господи, помоги мне закончить роман». Он, по словам его жены Елены Сергеевны, постоянно крестился и ее крестил. То есть, если и были у него метания и отходы, то он в конечном счете пришел ко Христу. И это для меня самое главное. И многих людей он привел. Я считаю, что миллионы людей через эту книгу именно нашего атеистического мира, в который проходила наша юность, пришли к Богу. Не было Евангелия, все было закрыто. И эта книга, она открывала мистические двери души. Ясно и понятно, что через эти двери можно уйти в темный мир, но можно уйти и в светлый мир. И все-таки Булгаков вел людей в светлый мир. И те, кто его любил, вслед за автором они тоже в него проникали. Ну, а если кому-то тяжело было читать, читать было не нужно это. А если бы меня спросили, мое мнение, потому что в старшие классы школы проходит эту книгу, ну, я скажу так, что душа возвышается тем, к чему стремится, как говорил Антуан де Сент-Экзюпери. Я не думаю, что это роман для школьной программы, но надеюсь, что во многих юношах и девушках он пробудит такое стремление к поиску духовной правды, жизненных ориентиров и, возможно, к тому духовному человеку, который есть в каждом из нас, именно светлому духовному человеку.
Ведь в каждом из нас есть светлая часть души, есть темная часть души. И нельзя темную взять и отрезать от светлой. Она будет уменьшаться по мере увеличения светлой. Не зря говорил Федор Михайлович Достоевский: «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней скрывается. Хорошо бы сузить душу до одного Бога». Вот в конечном счете Михаил Афанасьевич в этом романе сузил свою душу до одного Бога. Опять же, по моему представлению, по моему пониманию. И у меня нету задачи кого-то в чем-то убеждать. Я просто в ветре радости рассказываю о своей дороге к Богу. Попытаюсь проанализировать, увидеть, как вел меня к себе Господь, когда я сам этого не понимал. Чтобы на моем примере люди тоже увидели, как тот Господь, которого они не знают, любит их и ведет к вечности. Действительно, это, наверное, самое главное вот для меня. Почему я это делаю все? Батюшка, спасибо. У нас снова звонок из Петербурга. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. София, скажите, пожалуйста, батюшка, когда говорят «сама суть человека», имеют в виду душу или дух человеческий, личный? Спасибо. Ну, видите, Святой Дух, Параклит – это то, что стяжаемо в этом мире. Как говорил преподобный Серафим Саровский, главная цель православного человека – стяжание Святого Духа. То есть каждый из нас может быть домом Святаго Духа, третьей ипостаси Святой Троицы. Святой Дух приходит и живет в нашей душе. И когда это происходит, у нас возникает особая потребность бежать на крик, чтобы оказать помощь. Конечно, если человек современный бежит на крик, чтобы оказать помощь, он вызывает странное к себе отношение. Его воспринимают, ну, как бы, вроде Ивана Дурака в русских народных сказках. И этот Святой Дух живет в нас до тех пор, пока мы не раздражаемся и никого не осуждаем. Но когда мы кого-то осуждаем, то он из нас уходит, мы его как бы изгоняем. То есть душевный человек изгоняет духовного. Вот поэтому нужно это все понимать. И, наверное, в духовной жизни также и преподобный Серафим Саровский считал, главное – это справиться с осуждением. Ни один человек не справится с осуждением и с обидами. Но мы можем Бога просить перед святым причастием: «Господи, дай нам благодать не осуждения. Забери от нас дух осуждения, чтобы никого не осуждать». Ни за хорошее, ни за плохое, даже духов злобы поднебесной не осуждать. Вот, например, естественно, ко мне, как ко всем людям, приходят разные прелоги, искушающие мысли. Я всегда говорю: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. У вас свое, у нас свое. Если ко мне есть претензии, в небесную канцелярию, к маме с папой, до меня доведут, покажут мне все мои немощи. Вот. А что такое немощи? Грех – это талант минус Святой Дух. Вот тебе есть душевный человек. Талант минус Святой Дух – грех. Душевный человек – это грех. А как только приходит Святой Дух, то все грехи становятся талантами. Исцеление от греха – это встреча с Параклитом, со Святым Духом, с третьей ипостасью Святой Троицы. И вот Великий пост для этого времени особо подходит. И на примере ветри радости, на каких-то конкретных жизненных примерах я стараюсь людям показать вот эти дороги. И показать, что нету безнадежных ситуаций. И когда мы оказываемся в эпицентре любой бури, всегда рядом с нами Христос, который идет по Галилейскому морю и преодолевает любые волны. Апостолы приходят в ужас, и Петр говорит: а я могу пойти? Иди. И Петр идет по воде. Но, видя высокие волны, испытывает сомнения, начинает утопать. И Господь нас поддерживает. Вот самое главное не то, что мы идем или утопаем. Самое главное, чтобы мы хватались за Божью руку в эпицентре любой бури. Он всегда рядом с нами. И всегда
помощь приходит от Бога тогда, когда мы уже теряем любую на это надежду. Спасибо, батюшка. У меня такой вопрос, может быть, ну, для тех, кто в литературной тематике. Булгаков, «Мастер и Маргарита», «Моянь», «Страна вина», Клайв Льюис, «Мерзейшая мощь». Вот три произведения, которые очень много говорят о зле. Они очень ярко и красочно изображают зло. Я знаю, что вы эти произведения очень уважаете, по меньшей мере, да? Может быть, слово «любить» здесь не так подходит, потому что там много таких черных красок. И я знаю, что во всех этих трех произведениях вы видите много света. Как вы считаете, нужно ли человеку, который сейчас вот в нашем мире живет, в котором тоже много грязи, греха, читать произведения, в которых вот подчеркивается вот это черное, но при этом присутствует и светлое? Или все-таки стоит ориентироваться на те книги, вот как ваши, да, в которых такой рафинированный свет, скажем так? Но человек сам должен решать, что читать. Я считаю, что время сейчас такое, что лучше читать рафинированный свет. Когда говорят, что в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» слишком привлекательная темная сила, и там, где нет Бога, появляется сатана, это с одной стороны так. Но с другой стороны, а в чем именно привлекательность темной силы? В том, что в одну ночь весеннего полнолуния из праха превращаются вот в нечто такое вот по типу призраков. Это вообще круто и здорово. И это что, кого-то может увлечь? Или говорят, ну как же, это же роман без Пасхи. Но ведь три дня – это страстной четверг, пятница и суббота, накануне Светлого Христова Воскресения. Роман без Пасхи, но накануне Пасхи Христовой Воланд и его свита обрушиваются в тартарары, в пропасть, и превращаются в прах. Ведь, по сути дела, это ведь, ну как бы, это и есть Пасха. То есть все зло превращается в прах. В этом привлекательность, превращение в прах. Я бы сказал, это роман о милосердии, когда оно проникает даже в спальню сатаны, когда Маргарита прощает Фриду. Да, говорят, вот из гордыни она ее простила. Она ее простила. Вот наказали Фриду люди, третье ведомство, придумали такое наказание, и Маргарита ее простила. Поэтому даже такая форма прощения, которая из гордыни будет сделана, она может спасти как Фриду, так и саму Маргариту. В общем, действительно, те времена, в которые жил Булгаков, они были необыкновенными. Но наши времена еще более необыкновенные. Я не сказал бы, что надо читать Мояня или «Мастер и Маргариту», или Льюиса, вот какие-то «Мерзейшую мощь», например. Пророческий роман о том же времени, в котором мы живем. Каждый человек сам это решает. Но я считаю, что всем сейчас необходим ветер радости. Вот он более всего необходим. Потому что моя задача – научиться думать о хорошем, когда плохо. И чтобы человек был психически здоровым, на одну отрицательную эмоцию надо 7 положительных эмоций. И вот моя задача была именно в этом состояла. Пройти через все стрессы с 7-кратной прибылью. И с прибылью именно в сторону Параклита, Святого Духа. И с пониманием того, что чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. Вот это вот то, что меня подвигло. И у меня нет задачи давать ответы на все вопросы, потому что в духовной жизни то, что для одного человека спасительно, для другого губительно. Вот дам такой совет. Не делайте то, что вам не нравится. И не читайте то, что вам плохо. Делайте то, когда вам становится хорошо. И читайте то, что поднимает вашу душу, что ее очищает, что вдохновляет.
ищите в каждом своем шаге дороги вдохновения. И вот в эти радости, я думаю, поможет людям. Да, конечно, вот там есть телефон, вот если вы напишете, то я подпишу, да, и вам книги эти пришлю. Они на Озоне есть, эти книги. Они есть, значит, в Москве, в магазине «Дом книги» на Арбате, в магазине «Москва» на Тверском. Они есть у нас в магазине «Дом книги» на Невском. Они есть в магазине «Порядок слов» издательства РХГ, который издает эту книгу имени Федора Михайловича Достоевского на Фонтанке 15. То есть, вот, ну, они есть везде сейчас. И я хотел бы, чтобы ветер радости наполнял душу каждого человека, потому что он поможет именно стяжанию благодати Святаго Духа. И через это, я надеюсь, люди будут приходить ко Христу, потому что они поймут, в конце концов, там, где нету Христа, там появится Воланд, неизбежно. Там, где нету Бога, там появляется мрак. Вот. И когда Бог появится в душе, то мрак наших душ начнет уменьшаться. Спасибо, Господи, батюшка. Ну и хочу у вас спросить, конечно, о том, что вы проделали в свое время, когда прочитали «Мастера и Маргариту», как вы стали сравнивать главы о Иешуа с Евангелием. И можете ли вы посоветовать делать точно так же или, может быть, какой-то другой подход сейчас более актуален, сравнивать ли Булгакова, его интерпретацию с Евангелием? Ну, первое, роман был издан сокращениями. Когда я прочитал его с купюрами, купюры были целиком, были выделены курсивом. Мне стало интересно, что именно сокращали издатели. И когда я это проанализировал, то у меня появилась необходимость прочитать Евангелие. И когда я начал читать Евангелие и почувствовал вот этот евангельский дух, мне сразу вспомнилось с детства и все самое лучшее, что было у меня в жизни. И вот этот сплав... Вот этот сплав Евангелия, текста и размышлений, он и вошел в эту книгу. Поэтому, если кто-то хочет с позиции Евангелия, можно прочитать «Три дня в лунном свете». Но если дальше захочется что-то изучать, то это очень хорошо. Во всяком случае, меня прочтение Булгакова привело к изучению Евангелия и крещению. Вот, я про это и говорю. Я также могу представить, что кого-то, возможно, этот роман привел куда-то в другое место, например. Кто-то увлекся Воландом, увидел эту силу, прельстился, обольстился и как бы ушел в другую сторону. Но сам Булгаков, у него был другой замысел. Ему предлагали убрать иерусалимские главы из романа, чтобы опубликовать его. Он сказал, что нет, я никогда этого не сделаю. Хотя он очень хотел опубликовать роман при жизни. У него это не получилось. Ну вот что-то такое. Поэтому все-таки помните, доверяйте своей интуиции. Это очень важно. Доверяйте своей интуиции. Сделал шаг, хорошо стало, это правильный шаг. Плохо стало, заднюю скорость включать. И по нынешним временам надо одна скорость вперед и 7 скоростей назад. Вот что-то такое. Батюшка, ну и, может быть, несколько слов к православным родителям, у которых дети уже в том возрасте, в котором можно прочитать «Мастера и Маргариту». Почему, прошу обратиться, как разрушить вот этот стереотип о том, что, ну, бесовская книга, есть же такой, да, вот у нас, ну, особенно в православном сообществе, такой стереотип, и прячут от детей вот эту книгу, говорят, нет, вот это вот, не надо это читать. Как вы считаете, что нужно сказать? Ну, бесовская книга, в конце которой бесы в прах превращаются, что-то как-то сложно мне это ощутить, потому что, помните, Евангелие, если сатана сатану изгоняет, то как же устоит царство его?
большое сомнение. Но разрушение стереотипов – это дело неблагодарное. И в духовной жизни кому-то, может быть, и стереотипы необходимы, вот эти вот. И даже я не против православия головного мозга. Возможно, оно тоже является защитным барьером. Не надо это разрушать. Помните, как вот когда про мясо, идоложертвенное, и апостол говорит, что идол есть ничто. Но если это скушает брата твоего, то не буду мяса вовек вкушать. Не скушай малых сих. Поэтому если у кого-то есть какой-то страх мистический, ну и не надо читать эту книгу. А дети, они сами решат, надо им читать, не надо, захочется, не захочется, вырастут, не вырастут. Главное для православных людей – любить своих детей. И самое главное – им подавать пример радости, чтобы дети, глядя на православных родителей, сказали: «Хотел бы я быть таким, как ты, маме и папе». Вот. Это очень важно. А если дети, глядя на православных родителей, не хотят быть такими, как они, это большое горе и большая беда. Вот как-то так надо, как-то так надо. Еще раз повторяю, не надо ломать стереотипы. Стереотипы, ну, как я это вижу на сегодня, тоже носят защитный механизм определенный. И кого-то вот это защищает. Вот то, что спасительно для одного в духовной жизни, может быть губительно для другого. Угу. Очень важно. Очень важное замечание. Батюшка, когда ждать следующую книгу? Я надеюсь, к осени, может быть, даже к концу лета. «Призрак звезды Полынь», подводные лодки, аварии, невероятные истории. Она ни на что не похожа будет, эта книга. Дай Бог, прошу всех, вот, кто любит «Ветер радости», молиться обо мне, чтобы Господь дал мне силы. И самое главное, чтобы у меня было время для этого. Чтобы у меня было для этого время. Время – это самая ценная категория. Но, конечно, настоятель храма, преподаватель Духовной академии Санкт-Петербургской, профессор, два ученых совета, декан факультета РХГА. Ну, прошу за меня молиться, за меня грешного недостойного. Спасибо, Господи, батюшка. Буквально две минутки у нас осталось. Благословите нас, пожалуйста, и несколько слов скажите нам еще в продолжение поста. Мы уже половину прошли, еще половина осталась. Уже вижу благодатный огонь, когда было возможность, 17 раз был в Пасхе, на Пасху в Иерусалиме. Вот отблески, блики уже в наших душах, они уже светятся. Уже мы переполовинили пост. Это дивная Пасха приближается со страшной скоростью. Вдох-выдох, и придет Пасха Христова, когда весь мрак с планеты разрушится и упадет в пропасть, как в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», когда Воланд с его свитой провалится в тартарары и исчезнут в этой пропасти. Поэтому Пасха приближается, смерть будет разрушена, держава смерти будет разрушена. Поэтому вот чтобы мы действительно пришли к Пасхе, наполненные ветром радости, Святым Духом, параклитом, чтобы к Пасхе у нас у всех окрепла наша способность бежать на крик, чтобы оказать помощь. И не важно, что о нас подумают. Важно, что мы будем жить по внутреннему комфорту, по внутренней благодати. Вот это и будет выращивание, возвращение духовного человека во время Великого Поста. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я вам напомню, что с нами сегодня был заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, протоиерей Григорий Григорьев. Его книги вы можете приобрести, у нас телефон был титром, туда надо написать через WhatsApp. Ведущий священник Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч. И Божья благодать.